Теплая погода буквально выманила жителей столицы в парке. Люди говорят, что устали от зимы, а погожие деньки подняли им настроение. Отлично. Лучше не придумаешь. Лучше не придумаешь. Погода только усугубляет. Вообще все замечательно. Хватит этого для тех, кто слушает. Хватит этого нагнетания и всего прочего негатива. Ребята, жизнь прекрасна. Все замечательно. Мы живы, здоровы. Вот ребята поют. Я пришел сюда послушать музыку немножко. Погода отличная. Есть весеннее настроение? Есть. Нани. Есть весеннее настроение, и надеюсь, что так будет дальше. По данным метеорологов, такие высокие температуры в это время года бывают в среднем раз в 10-15 лет. Максимум в этот период регистрировали в 1990 году. Более 23 градусов тепла. Но пока весна еще не вступила в свои права. Когда-то тысячи пяту температуры в орку больше моей молт, дика ярше в отречу ниште фронтуру атмосферы, чека не вородуть прочитать в форме денисуаре. Ши după data de două, iarăși temperaturile vor fi într-o tendință de creștere și vom reveni iarăși la temperaturi primăvaratice, după același care trebuie să fie după calendar.